Величие лежит не в силе, а в том, чтобы верно ее применить. Велик тот человек, чья сила своими поступками вдохновила больше сердец. Мы часто слышим слова «Не сдавайся! Иди вперед! Ты можешь!» Но для многих людей это просто слова. Но точно не для китаянки Цянь Кунган. Еще будучи маленькой девочкой в возрасте 4 лет, она попала под грузовик и лишилась обеих ног. Ей пришлось в этой жизни очень несладко. Скорее всего, она даже не знает той жизни, которую знает почти каждый из нас. Семья жила очень бедно, поэтому о покупке протезов можно было даже не мечтать. В одном из интервью девочка рассказывала, что помнит, когда проснулась первый раз на следующий день после катастрофы, ее ноги были очень холодными, ледяными. Первое время после ампутации родители девочки носили ее на руках. Но позже дедушка нашел выход из ситуации. Что он сделал? Разрезал баскетбольный мяч и посадил туда внучку. Представьте себе. Снимки Цянь на этом необычном протезе облетели все китайские, а после и зарубежные СМИ. Вскоре Ханьян прозвали девочкой на баскетбольном мяче. Дорога до школы, которая находилась всего в 7 минутах ходьбы, занимала у китаянки около часа. За 5 лет Цянь износила 8 мячей. В 2007 году, благодаря поддержке правительства, она получила заветные протезы. За ее первыми шагами после аварии наблюдали многие местные СМИ. Позже Цянь загорелась идеей заняться плаванием и принять участие в Паралимпиаде. К сожалению, в 2012 году Цянь не удалось отобраться на Паралимпийские игры в Лондоне, но она не отчаялась и продолжила тренировки. Все это время она проплывала по 10 тысяч метров в день и участвовала в соревнованиях местного и национального уровня. В 2016 году девушка наконец получила приглашение на Паралимпиаду, которая проходила в Рио-де-Жанейро. И представьте себе, она оказалась в десятке лучших. В Китае Цянь знают все. Там она местный герой. Такие истории, они вдохновляют и помогают в трудные минуты. Запомните всего одно правило. Если что-то смог сделать один человек, значит, сможешь сделать и ты. Если же еще никто этого не сделал, значит, будь первым. Инвест Днепр. Будущее за нами.